Николай Лобачевский – великий ученый-математик, один из создателей неевклидовой геометрии, сумел заработать себе авторитет в научном мире. Кроме этого, Николай Лобачевский был ректором Казанского императорского университета целых 19 лет, что позволило университету стать одним из лучших образовательных учреждений страны. Несомненно, что такой человек вызывал уважение у всех своих студентов. К ректору студенты имели благоговейное уважение. Была даже легенда, что один из студентов имел неосторожность дерзко выразиться о ректоре. И студенты попросили его оставить университет, иначе ему будет плохо. Он написал прошение и был отчислен из университета. А начальству было так и невдомек, что же случилось. И почему успешный студент вдруг просил отставки из университета. Сохранилось множество записей современников Лобачевского, в которых упоминается великий ученый, а многие его студенты, вспоминая своего ректора, писали про него только самые теплые слова. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета находится книга, посвященная ректору университета. В музее Лобачевского хранится книга «Руководство к межеванию», составленная студентом Павлом Загибаловым. Она была издана в Казани в 1843 году. Самое интересное, что книга посвящена Николаю Ивановичу Лобачевскому. Сочинитель пишет: первый труд мой на поприще науки посвящаю имени вашему. Примите этот, может быть, еще незрелый плод, как дань благодарности от ученика своему учителю. Николай Лобачевский не только ученый. Его по праву можно назвать отцом своих студентов и гениальным руководителем. Подробнее о жизни и музее Николая Лобачевского мы расскажем через неделю. Олег Кашин, Роман Самарин, Владимир Нелюбин, Универньюз.